У меня очень насыщенные дни в Москве, и если честно, я ничего не успеваю снимать. Я встречаюсь со своими друзьями, и сегодня вот уже не знаю, какой день в Москве, сегодня 13 марта. Я бегу встретиться со своей бывшей коллегой, подружкой, с которой мы вместе уже поработали в нескольких стоматологических клиниках. Я преподавала у нее в университете, и также мы работали в двух клиниках вместе. Вот, поэтому не виделись мы давно, наверное, даже немножко раньше, чем я уехала. Поэтому будет много поводов для разговора интересного. В тот раз я была в классном месте, гастро-особняк Хаус называется, и сегодня позвала свою подружку тоже туда. Там это новое такое заведение, и ты просто можешь что-то себе вкусное заказать, покушать, и тебе при первой регистрации выдаются 1000 бонусных баллов, то есть 1000 рублей, и ты можешь поесть со скидкой 50%. Я думаю, что сейчас цены в Москве такие высокие, что лишняя экономия не повредит. Вот. Что могу сказать, какие у меня вообще впечатления? Впечатления смешанные, что-то очень кажется странным, что-то таким привычным, как будто я даже никуда не уезжала. Все те же самые места, те же самые люди. Вот поэтому в целом все хорошо. Еще мне радует, что погода на самом деле налаживается. Каждый день почти светит солнце. И капель такая вот весенняя. Но все равно не скажу, что прям жарко. Где-то 0 градусов ночью, даже минус 10. Не так уж тепло после Калифорнии. Вот. Скоро я уже поеду в свой родной город. Мне осталось буквально здесь, в Москве, несколько дней. И мне нужно еще успеть встретиться со всеми своими друзьями по моему расписанию. Я всех воткнула в расписание, чтобы не перепутать, с кем и когда я встречаюсь. Такие вот дела. Бегу. Вот она пришла. Тут ружайка моя. Еда уже, ее ожидаем. Вот она бежит! Привет! Мне надо съездить в город, забрать кое-какие вещи. Я могу поехать? Я сегодня не занят. Мы отрейдесы. Нет призыва, который мы возвергли, нет клятвы, которую мы нарушим. Император просит нас восстановить мир на Аракисе. Все, я уезжаю из Москвы, моя подружечка уже грустит. Я тоже. Но мы увидимся на обратном пути. Все. Ну что, мои московские каникулы закончились, и я вот уже сейчас еду в Чебоксары, стою вот на вокзале, мой поезд ждет меня. Поэтому теперь у меня будет отпуск в Чебоксарах проходить. Такие дела. Бабуля, привет! Все в сборе. Я захожу домой, сейчас меня увидит моя собака. Ну, точнее, это мамина собака. Наверное, он меня не узнает, конечно. Игры я только снимаю. Ты мой жирник.
Ой, как целует. Привет. Ой, как целует. И все. Он меня не забыл, даже не лает, он обычно он на всех лает. На всех лает, да. Да, ой, ты мой хороший, ты мой сладкий. У нас с мамой есть фирменный торт, который мы готовим каждый Новый год. И так как я 2 Новых года уже не праздновала здесь дома с мамой, она к моему приезду приготовила вот этот торт. Называется «Поленица». Здесь внутри вишня и сметанный крем. Вот мой первый прием пищи в родных пенатах – это вот этот вот торт.